Я попил, ГД купил, и сегодня я прохожу ее. Давайте я попробую фристайлить и проходить это. Я... Всем привет, и перед началом данного видеоролика я бы хотел порекомендовать вам канал Морса. Он снимает разные видео по Geometry Dash и другим играм. Ссылку на него я оставлю в описании. О, господи. Ну-ка, давайте. Господи, это просто самое тупорылое место, там, где можно было сдохнуть. Просто... Господи, блин. Блин, а та попытка была такая удачная, я не знаю, почему я именно там сдох. Там же место, там, где я в практике ни разу не сливался, а вот в тот момент я просто, я не знаю, рассудок потерял и сдох. Просто жесть. Как, блин? Я же там нажал, ну что за, блин? Давайте сольемся на грёбаном баге, просто, блин. Я, блин, хотел грёбаную монетку взять. Ай, как же я обожаю баги просто два раза подряд. Зачем же я так живу? Я купил эту сраную игру. Так, ладно. Зачем? Почему я именно тут слился? Почему? Почему не где-то раньше? Почему? Я же все сложное прошел. Бля. Сука. Что может быть еще позорнее, чем слиться вот тут вот? Вот тут вот. Ай. Сотая попытка на изи демоне. На грёбаном изи демоне. Почему? Как я тут, блин, сферу не нажал? Я ж, блин, кликнул. Что? Что? Чего? Почему? Почему? Я ж почти прошел. Просто...
просто фейспалм! Как тут слиться можно было? Как тут слиться просто можно было, я не знаю. В этом-то и прикол, почему я тут нажал, тут просто победа была в 4 кликах. Надо было просто 4 раза на сферу там нажать, все. Все, в этом заключалось, в этом секрет успеха. Ну нет, я сейчас еще потрачу 100 попыток и, может быть, с вероятностью 20% дойду до туда. Что это нахер было? Почему тут на каждом проценте баги? Мне просто это... Ой, блин. Класс. Если вы не поняли, то это было 3 попытки подряд. 3 попытки подряд я встречаюсь с багами. Вы это понимаете вообще? Просто, блядь, блин, я не ожидал, что я вообще на этом демоне так бомбить буду, меня просто это бесит. Я слился на просто самом простейшем месте в этом грёбаном демоне, в той половине, по крайней мере. Ой. Господи, наконец-то! Спустя, блин! Господи, сколько я там попыток сделал, ой, какой позор, блин. Спустя, блин, час игры в этот демон, тут где-то более 100 попыток. Я его, блин, еле прошел, просто. Я даже не знаю, чему радоваться. Тому, что это закончилось, или тому, что я это прошел. Ай, ну, в принципе, я этому и тому буду радоваться, сука. Ой, блин, я не знаю, это изи демон, конечно, но, блин, я не знаю, это насколько... О, господи. I hate life. О, чувак. Чувак, как я слился. Господи, как же я его понимаю. О, господи. Ой. Это, кстати, первый демон, который я прошел за последние, наверное, 3 месяца. Да, примерно вот так вот. По-моему, да. Да. Ладно, давайте еще сыграем уровни от подписчиков, и я, в принципе, закончу уже. Так, давайте попробуем, посмотрим, что там вообще есть. Давайте пролистаем на какую-нибудь страницу такую, там, где люди считают, что я 100% не доберусь до туда, но я добрался. Ну-ка, давайте. Например, самый вообще непопулярный какой-нибудь, вообще непопулярный, давайте вот этот. Так, ну что сказать, уровень-то легкий и прикольный, да. Ну, я бы не утверждал, что он легкий, но. Ну вот и все. В принципе, уровень довольно-таки прикольный, я считаю, то, что. Я считаю то, что он заслуживает лайк и рейд. Рейд, наверное, хард. GG. Кстати, неделю назад, ничего себе, это давно было. Ладно. А давайте теперь Nelly's Challenge. Или нет, Nelly's 10. Ну это тот же челлендж, да. А, лол, кстати.
Ну, GG, наверное. Я это прошел со второй или третьей попытки, а с третьей, да. Это тоже, в принципе, нормальный челлендж. Я думаю, на хардер тянет, короче. GG. Так, давайте теперь от Ярэйча. Ярэйч. Да, я понадеялся. Но мне кажется, тут Secret Way есть, но ладно, неважно. Это все? Господи, это же, блин, это не челлендж, это изи. Это изи челлендж. Ладно, давайте просто вот так проголосуем. О, 42 попытки у меня, а у меня 9. Какая у него стата? А стата у него, ну да, поменьше. Ладно. В общем-то, давайте еще что-нибудь попроходим. Просто надо как-то выпуск растянуть. Одно прохождение демона, это такое себе. А, так что вот, давайте еще, допустим, вот этот попробуем. Прикольно, кстати, сделано, я заметил уже. Точнее, нет, не прикольно, тут ничего не видно, ладно. Кстати, ребята, я хотел вас спросить, типа, а стоит ли продолжать делать такие нарезки, типа, как и демоны прохожу или что-то еще? А, не знаю, это уже ваше дело. Я хотел вообще рубрику «Днище плей» продвигать, но что-то я снял про другую игру, что-то вообще не зашло. Хотя предыдущий выпуск, то есть не предыдущий, а позапрошлый, в общем, выпуск, он довольно-таки зашел. Там было больше 10 тысяч просмотров. А, и, в общем-то, у меня к вам вопрос. А, почему вы не посмотрели предыдущее видео? Объясните, пожалуйста. Это немного странно. В общем, смотрите мое предыдущее видео. Я надеюсь, оно вам понравится. Вам, в принципе, оно должно понравиться, потому что многие смотрели это. Многим зашло, так сказать. Так, ладно. Блин, вот это вот зрелище мне напоминает мои стримы рутинные, когда я что-то прохожу и просто разговариваю. Но в отличие от стримов, я от вас ничего услышать не могу. Чуть не сдох, ладно, GG. Окей, странно, странно выглядит, прям вырвиглазно, если честно. Привет, Нел. Привет. В общем, ребята, посмотрите мой предыдущий ролик, не ленитесь, пожалуйста. Он будет сейчас вот прям слева высветиться сверху. Вот, посмотрите предыдущий ролик. Также посмотрите ролик рандомный, который прям для вас подобрали, как видите. Показано слева снизу в данном случае. И подпишитесь на канал.